Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами снова Леон. Сегодня играю Кубкрафт на сервере Кубкрафт. А что за режим? Режим Block Wars. Давайте начнем играть. Играю в первый режим. Ну, играй, друг. Спасибо. Играю в первый режим, потому что мне привычнее, я в нем играл. Хороший режим, мне он нравится, ребята. Так, не то. Где видео? Вот, очень крутой режим, мне он нравится. Давайте же вам объясню правила. Есть синий и красный, мы кто? Мы красные, да. У нас есть, нужно забрать флаг. Видите, три флага, пока не видите, сейчас увидите. Раз, два, три, видим. Три флага. Стена, чтобы мы раньше времени напали на красных, вернее на синих. Просто следую прошлую катку, играл за синих. Да. Вот мы настраиваем вот человек, вот. Red флаг, красный флаг. Стоит человек вместо флага. Вот видите просто, что сейчас будет. Раз, что сейчас будет, ребята? У нас есть лук, вот стартовый набор, когда умираем, 5 секунд респаун, всем дается. Лук, кирка, топор, меч каменный. И что это такое? Первый упал. Второй тоже упал. Второй по низу идет. Опа, найс. Классно, что подземная база, что это такое, не пойму. Подземные пути какие-то. А это не подземные пути, это просто блоки не были стояли. Или подземный путь. Что такое, не пойму, ребята. Меня сейчас не сбросят. Пока люди атакуют, я сейчас смотрю подземные пути. Это очень классно. Да нет, да. Вроде нет, да? Да нет, вроде нет, да? Или да? Сейчас. Я обычно не смогу засейвиться, друзья. Вот так безопасней. Да, это все нормально. Просто если заберут у тебя флаг, то это будет очень жестко. Все, давайте без нудства пойдем пвпхаться, в конце концов. Уже пришли сюда пвпхаться. Верно. Пойдем пвпхаться. Просто минус. Сразу заходим и залетаем сюда просто. Но пока пусть у них суета ведется, мы сейчас вот так делаем. Без суеты. Забираем флаг. Ну гений, зачем вы меня застроили, тиммейты мои тут? А это не тиммейты, это противники. Это мы красные, да? Ты красный, да? Ну давай, спасибо, спасибо. Полетели. Да чё за бред, почему меня не дефуют? Тиммейты вы такие. Давай, молодец, красава, побежали. Деф, молодец, лучше, я смогу. Опа, е. Вот как у нас отдать флаг? Сейчас я вас научу. ПВП была маленькая, слабенькая, моя мама ПВПхала, сейчас я буду жестко ПВПхаться. Подходим к нему, вот так заходим. Как у себя дома, все, привет, флаг отдали. Давай застроим, вот так застроим, просто вот пам. По грязному, так сказать, да. Да, ребят, заговариваюсь начал. Начал заговариваться. Беспредел, слушайте. Просто на эмоциях, понимаете, мы пришли сюда ПВПхаться. Давайте залетаем, друзья. Сюда ПВПхаться пришли, что? Давай, друг, давай, ПВП, куда ты полетел? ПВП, бро, давай. Куда ты летаешь? Бро, чё за им? Ёперный театр, у нас флаг, что ли, украли? У нас флаг украли. Просто ПВПхаемся, одного сбросил. Второй пингер, матросы. Ну да, это бред. Он пингует, но смотрите, я просто бью, у него урония носит, а ладно, носится. Убик. Чего? Сосейв, гениальный, гений. Классно, мне понравилось. Ладно, давайте поднимемся. Классно. Молодцы. Спасли, да, флаг? Угу. Так, никого нету. Ребят, ну выходите, жесткое ПВП, оно будет. Просто, ребят, я флаг достал, мне все равно, буду просто ПВПхаться, на. Я пришел ПВПхаться, ребят. Ну, может, и флаг забрать, почему нет. Здорово, братан. Я пришел сюда ПВПхаться, а как ты, не знаю. Раз, два, три. Куда? Чё за... Опять что ли? Еще один пришел, а это тот же самый, он просто пропал куда-то временно. Вы нашего одного... Второй еще тоже будет, не за грамми. Вы нашу второго, ребят, убегаем, вы не с двоих убегаем. Ну, на невидительность, ребята. Меня не видят, я убегаю, пока могу убегать, так что убегаем, угу. Ага. Угу. Давай, помоги. Тиммейты, помогите. О чем речь, тиммейты? Молодец, красава, прикрой сзади, бро.
Молодец, красавчик. Лучший, просто лучший. Будешь прыгать. Лучший, лучший, молодец. Топ Дима. Нормальные ребята наконец попались. Топором ломает гений. Так сейчас пойдем еще попехаться, ребята. Здорово, братан. Давно не видел. Да, убегай, убегай, испугался. Убегай, убегай. Здравствуйте. А где ты, братанчик? Здорово, я что-то тебя не видел. Раз, 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 раз. Минус. Я типа... ребят, пока я или что-то брал... Вот, видите, это бусты разные. Вот, сейчас джамбастер. Бастер. Бустер. Бустер, да. Здорово, бустер. Что хотел сказать, ребята? Пока я там воевал, пвпхался, красные успели забрать... Бро, пришел с пвпхаться, может, я тебя вынесу. Понял. Братан, это я противник твой, бро, я твой противник. Мой меч сломается, в курсе? Вообще меч сломается. На два, что ли, два ребята запрыгнули, что ли? Это да, я пью. Два человека, что ли, запрыгнули, меня так сильно выносит. Второй на подходе. Уходим. Уходим, да? А они потеряли, что ли? Вот это да. Нашли меня, но я пошел, вы не возражаете. ППхаться хочет. Давай ППхаемся, бро, давай, смс-ку ходи. Мы, ребят, мы на море идем купаться. Ходите, влог запишу. Идут наши одноклассники. Мы с одноклассниками часто любим купаться, друзья. ПВП на высшем уровне. Не у меня. Ха-ха. Шутка. А может быть, шутками шутка, знаете, перевод такой. Спид. Спид это скорость. О, классно, классно, классно. Ну, что сказать, я мог развернуться, дать минус 3. Я хорошо разговариваю. Я фантазер, если вы не знали, хорошо разговариваю. Но не все. Показалось. Да ты что спамишь? Спамер тупой, ты что спамишь? Ты что спамишь? Видео, попал в видео, ребята. Пишите Максим Харе спамить. Пишите Максим малолетний спамер. Хэштег Максим малолетний спамер. Пишем, да уйди, чат, не закрывай картинку. Чё за три игрока? Вы что, попасть меня не можете, ребята? Попасть меня не могут, прикинь, попадание. Есть второе попадание, начинаю ппхаться жестко. Есть попадание! Захожу в бит просто. Чего? Что за пвп? Леон, ты чё? Ты чё, братан? Хоп-хоп-хоп, подходим, ждём. Давай. Братан, ты же не понимаешь, что я тебя тут собью? Киллами украл, да? Ах ты вор. Вор киллов. Угу. Компот, давай забираем. Полетели. Я вам, блядь, я прикрою тебя. Давай, я тебя прикрою. Пошел, тупой, не ппшься. Я прикрою, ребята. Ребята, я прикрою, не то, что вы не прикрою. Почему урон так лагает? Скал, прикрою и держусь. Все, победа. Класс. 6 киллов. 2 принес. А, все. Ребята, могу сказать всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. С вами был Костя Леон. Как вам игра? Хотите дать еще больше выпусков? Хотите, чтобы я выпускал этот режим? Ставьте лайки. 100 просмотров. В моих мечтах, надеюсь, станут мечты реальностью. Всем пока.